Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Сегодня мы с вами проведем обзор замечательного гибрида под названием Котя. Чем замечателен этот гибрид? Ну, прежде всего, это селекция Николая Петровича. И он сюда вложил душу, очень любит этот гибрид. И, честно говоря, я с боем выбил съемку с этим гибридом, несмотря на то, что он уже 5 раз с ним снимался. И что я вам хочу сказать? Да, действительно, гибрид топовый. Наверное, в нашей линейке на 2017 год я бы его тоже поставил на первое место. Приблизил бы к сокровищам инков, потому что они даже чем-то похожи по цвету. Но гибрид Котя обладает просто замечательным вкусом. Вот по вкусу равным Коте нету, в нашем ассортименте, естественно. Для тех вопросов, которые вы задаете, а какой у вас самый вкусный, самый сладкий гибрид, вот именно сладкий, как сахар, то, наверное, я бы сказал, что это Котя. Помимо вкуса, этот гибрид не может не порадовать своей урожайностью. Ведь для коктейльного гибрида получать 4, а то и 5 килограмм с одного растения, ну я считаю, что это на уровне. Если выращивать этот гибрид в теплице, а мы рекомендуем его выращивать все-таки в закрытом грунте, в теплице, ведь он имеет неограниченный рост, а именно индетерминантное растение, я думаю, что формировать его желательно в 2 стебля. Хотя Николай Петрович иногда формирует и в 3 стебля, но все-таки в 2 стебля плод будет как раз 45-50 грамм. Это будет такой коктейльный вариант для салата, для свежего потребления. Просто замечательный. Вы посмотрите, какой он красивый. Такой с оттяжечкой, острый носик у него. Он желто-оранжевого цвета и имеет такие приятные-приятные темно-оранжевые, а то и отдающие в красноту полосочки. Мы сейчас с вами разрежем этот гибрид, а прежде взвесим. Вот я собрал один из самых маленьких плодов. Это 25 грамм. Тут встречаются плоды и покрупнее, как я уже сказал. Вот. Не сказать, чтобы он прям один к одному 25 грамм все, да? Встречаются и 45, и 50 грамм плоды, но все равно с виду ощущение, что они все как на подбор. Посмотрите. О, красота. Семена очень маленькие, их практически не чувствуется. Они прям нежные-принежные. И безумно-безумно, как я уже вам говорил, вкусный. Замечательный. По вкусу, еще раз повторю, равных нет. Дорогие друзья, рекомендуем сажать в закрытом грунте на квадратный метр 4 растения. Формируйте в 2 стебля. Междоузли у этого растения короткие. И тем самым мы показываем такую урожайность. Что удивляет, что на уровне всей высоты, даже выше, чем мой рост, до 2 метров, растение имеет практически одинаковые выровненные плоды. Гуляет, но не сильно. Это и есть особенность, во-первых, гибрида, а не сорта. А во-вторых, такого замечательного растения, как Котя F1. Дорогие друзья, я вам рекомендую его высаживать. Вы 100% не пожалеете. А наш любимый, уважаемый Николай Петрович Фурсов вам в Ютубе, в Инстаграме, и ВКонтакте и в Однокласснике, если, конечно, успеет, ответит на любой вопрос по этому гибриду с огромным удовольствием. Сажайте. Сажайте, наслаждайтесь, консервируйте, употребляйте в свежем виде. Дорогие друзья, а с вами был Блокин Мечталин Василий, директор агрофирмы «Партнер». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и мы ответим на все ваши вопросы. Пока!